1 июля в городе Салават вновь заработал ковид-госпиталь. И с каждым днем количество пациентов у нас только увеличивается, что вызывает особую тревогу. Я каждый день хожу с обходом в красную зону и вижу, как тяжело пациентам, как нелегко врачам и медработникам, когда в жаркую, знойную погоду летнюю они работают в защитных костюмах. И есть только один способ остановить пандемию – это вакцинация. Все пациенты, которые находятся и поступают нам в тяжелом состоянии, это как раз-таки те люди, которые не успели вовремя вакцинироваться от коронавируса. Вакцинация поможет вам встретиться с вирусом и подготовить организм. Вакцина на сегодняшний день абсолютно безопасна и эффективна. Для жителей нашего города организован кабинет вакцинации в двух поликлиниках, которые работают с 8 утра до 8 вечера. И все выходные дни работаем в самых крупных центрах нашего города. Помогите нам остановить пандемию. Обязательно вакцинируйтесь. Помогите нам, берегите себя и, конечно, обезопасьте своих близких.